Всем привет, мои дорогие, с вами снова я, Ниагара. Продолжаем играть. Спасибо огромное за подсказки, очень мне помогаете. Я правда заметила, что экспеллярмус у меня не был распределен. Я его поставила на второй набор, короче, заклинаний. Надо про него не забывать. Так, здесь нам делать нечего. До бабочек я, да, бежала, они где-то тут. Ревелио. Моя, а мне как их надо найти-то? Грибы соберу. Какие-то курицы тут. Мне их как-то нужно заметить. There they are. She wasn't making it up. Куда летят баб? А где они? Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Я не успеваю читать, что ты там говоришь. И еще подлагивает игра, она, видимо, не до конца прогрузила файлы. Игра-то ведь огромная. Поэтому, когда я начинаю писать первую серию, ну, допустим, сделала перерыв на 2-3 дня, села записывать, и она подлагивает. А потом ничего, нормально. Ну и куда вы понеслись? Бабочки-то я не по вам, а если что. Ах ты! И что это? Сундук. Well, well. Look what we have here. Вернитесь к мисс Уилларси. Олени гуляют. Давайте на карту посмотрим. Я где вообще? Ах ты ж, это я вот тут. Тут я что-то ставила, не помню, куда я пёрлась. Вот сюда, наверное, хранилище сокровищ. Надо отменить как-то. А как отменить? Фиг знает. Ой, вот про этих. Вот в эти штучки, пушишек, или как они там. Спасибо, что написали, что их можно приручить потом. Ну, все типа там нормально. А этот, а, тоже. Дракон летает, смотрите. Ва-а-а, анимированная карта. Так, тут у нас что? Испытание Мерлина. Я же какое-то проходила в лесу. Не до конца, что ли? Так, ну давай переместимся, наверное, как-то так. Чё за звуки? А, эти цветы, блин. Капец какой. А, и еще хорошо, что напомнили, что я метлой не пользуюсь. Ну, я не знаю, то ли не привыкла еще, то ли что. Я еще когда бегаю... Я же подробно все осматриваю, собираю эти травы, лунные камни и такое вот. Поставила на всякий случай себе еще метку, чтобы не точно не заблудилась. Так, мне туда. Угу. Ну, давайте полетаем. Погнали. Ну вот, смотрите, грибочки пляшут. А можно? А, да, можно подлететь поближе. Все, тогда без проблем. А сократить можно? Тут вот сейчас повернем. Ух ты, красавец какой. Испугался, что ли? А что-то музыка какая-то страшная, нет? А что? Ревелио! Все нормально. А, ух ты. Ух ты! Ну, давай. Что у нас? Все есть, что нам надо. На! Как тебе? Ты не обиделся? Нет, похоже. Бегу. Акио!
Молодец! Что такое? Тоже хочу. Ух ты! Спокойно! Да чё вы? Во сколько тут? Эх, не попал. А, он сдох, потому что уже. Ага. Нифига ты умный. Тихо. Он закопался! Ау! А! Не сдох. Не сдох. Убей его! Ничего себе битва! Внезапно. Ну ладно, хорошо. Летели, летели. Спокойно себе. Клык паука. Пригодится, наверное, да? А тут что у нас? Это можно не трогать, наверное, да? А вот еще что-то. А, деньжата. А сундук не работает? Инсендио. Не открывается. Это ящики вообще какие-то. Это не сундук. Так, и что у нас? Зачищено считается, нет? Где оно вообще? Так, я сейчас тут, да? Я не знаю, короче. Не ставятся галочки. Я вообще не туда полетел. Я полетел вот так. В объезд, короче. Ладно. Может сюда долететь? Установить промежуточный пункт. Давай. Так. Пойдем туда. Блин, наделали своих паутин тут. Кон еще музыка такая страшная заиграла. Сейчас ускорюсь. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Пещера исследования. Она что, может открыться? I've always said that travel broadens the mind. Блин, летать, конечно, тоже прикольно. Можно подняться повыше. Понеслась. У меня какая-то точка тут. Долина Хоксмида. Хотя нам вообще куда-то туда. А вы не можете. Ах! Ну вот, видите. Ладно. Приземляйся. А что мне надо в Хоксмиде? Мне же там ничего не надо, да? А нет, надо. Верхом, говорят, нельзя. Ну и ладно. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Угу. Они еще постоянно что-то болтают, приходится отвлекаться, чтобы прочитать. Так, нам на ту сторону. Куда? Самуэль у нас садовник. Подожди, а что это за точка такая? У меня же как бы не сюда, у меня в другом месте задание. Что это? И что? А, внутри дома, что ли? Да. Я забыла, что ты тут стоишь. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them?
Да. They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see. Should I dare? А мне какая награда? Ящик с цветами коллекции обновлена. Немножечко качнули меня. Что ж, хорошо. Чудесно. Так. У нас нет начатых заданий же, да? Испытание Персиваля. Так, задачи. Задачи. Гладиус. А, лопните шары. На это полетать и лопнуть, да? Мы получим Гладиуса. А это Депульса. Фокусирующее зелье. Испытать его в деле. Раздобудьте фокусирующее зелье. Оно у меня, по-моему, раздобытое. Разбудите зелье Максима. Раздобудьте, блин, разбудите. А одновременно испытайте их в деле. Так, подожди. У меня же есть, да, какие-то зелья. Чего там надо было? Так. Это что? Эдирус. Максима есть. Фокусирующая есть. Зелье невидимости. Что надо в деле испытать? Да. Шарюсь тут пока. Вот смотрите. Доставка требуется. Три зелья невидимости, а у меня их четыре. Может сгонять? Это где? Ух ты ж, ё-моё. Фига себе сгонять. А хочу поблизости, ничего нету. О! Кошмар! А чё так далеко? Страница руководства. Испытание Мерлина. Блин, нифига себе. Еще одно испытание Мерлина. Страница руководства. Это что? А давайте меня тут по пути же, да? Сюда поставим. Ничего себе, в путь меня отправили. Я тут рябиновый отвар с друг хлебнула, поэтому поставила сейчас капусту. Так, подожди. Блин, ребята, так это мне далеко бежать. Сейчас выйдем. Полетим. Hogsmeade, here I come. Все? Можно лететь? Он когда летит, я не вижу теперь, где мое задание. Нет, хотя вот так на карте можно смотреть, да? Ну, в смысле, вон оно отмечено. Ага, а тут подожди, стой. Взяла пацана, сбросила куда-то. Так. Ревелиос. А вот. Так. Эта станция стоит здесь с начала 1800-х годов, когда министр магии Отто Линн Гэмбл приобрела паровоз для перевозки студентов в Хогвартс. Станция появилась в Хогсмиде практически за одну ночь сразу после прибытия поезда. Операция включала в себя использование большого количества чар ложной памяти на магловских рабочих и крупнейшее в Британии применение чар сокрытия. Вот полезное дело сделали. Взяли страничку. Так. Что, не поняла, почему мы здесь? Ну ладно. Летели мимо, залетели.
Ну-ка. Так я же правильно прилетела. Так где? А тут еще страничка. Ну. Я, собственно, на месте. А как я... Я не поняла, как я... А где эти шары? Почему показывает сюда? Балда. Так. Быстро их надо разбивать, интересно. Так, и куда они направляются? Вон там следующий. Два вижу. Там третий. Ага. И чё? А, пролететь их надо? Нет. А как? Может, на скорости? О, точняк. Так, следующий. Так, это я уже вышла из поля. Вышла из поля. Я что-то не сообразила, что надо вообще наверх смотреть. Так. И последний. И последний. Он сложный самый, их вечно так запнукают. Где он? Ну, они ж большие, должна увидеть. Ж повыше. Нет, вроде. 4 из 5. Уж наоборот, внизу, нет? Ну вот, я же всю территорию облетела. Где ты? Да я что, его в упор не вижу? А, не вижу. Реально. Где тут за деревьями? Ну чё за приколы? Лавочка торговая. Ну что делать? А, не можем. Туда нельзя. Вот он! Нифига вы его запрятали между деревьев. Усё. Так, это нам туда, да? Столько лететь. Ну, ладно. Поле для квиддича. Хочу сделать чуть побольше в этой серии допиков, потому что вы видели, сколько у нас их накопилось. Прямо много. Не люблю, когда сорно так в списке заданий. Так. Мы тут. Они, по-моему, внутри были. Ага, вон они. Ну, начнем с самого простого, который видно сразу. Повернись, пожалуйста. Угу. Так. Вон еще один. Какой. Так, 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 ага. Щит, вёрт, сейчас 5-е, 5-3 дня буду искать.
Где-нибудь тоже за этим запрятали. За трибуной. Надо посмотреть. Ага. Brilliant. Ну, тут получилось как-то попроще. Испытание выполнено. Там еще было какое-то испытание, что-то с метлами можем пробовать. Вот. Про этот матч. Так, а она где? Внутри двора. А я, вау. Тут где-то. Где? А как я туда, к ней попаду? Надо где-то зайти. Давай, спускайся. А, да, можно. А что тут такое интересно? Ну ничего взять не могу. Кроме сундука. Ага. Какой-то модный шарф нашла. Ну-ка. Так, где-то у меня. Что дает 36 нападения? Фига, прикольно. Тебе попасть, ты мне показывают сюда куда-то. А тут можно. Я не заметила из-за колонн, что тут вообще-то проход есть. Ё-моё. How did you get on with those tasks? Как дела? Вот, выполнились все. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Нормально, вроде. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Так, поехали. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Та-ра-та-та-ра-та. Вот так. Вот тут у меня пусто. А что оно нам дает? Замораживает врагов, что также увеличивает урон, который они получают от последующих атак. Это какая хорошая штука. Блин, немножечко, конечно, неудобно, что у меня боевые тут. Так, здесь всякие эти, исчезновения, люмус, репара. Вот еще. Надо не забывать про это, экспелярмус. Так, и тут всякие эти превращения. Ну ладно. Замки. О, на тебе потренироваться сейчас. Уважаемая мадам Кагава, я рад, что вы займете должность инструктора по летней подготовке в Хогвартсе. Думаю, наша совместная работа в Хогвартсе будет не столь запоминающейся, как то приключение в гавани Йокогамы. Хотя, как знать, с нетерпением жду нашей встречи. Если у вас появятся вопросы, отправьте мне сову с наилучшими пожеланиями Матильда Уизли. Так, мне нужно... There you go. Catching them quickly. Хм.
А что мне дальше-то с ним делать? I think it's learned its lesson. По-моему, уже успел урок. But do continue to practice as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning tool. А он себя быстренько разморозил. А я вас в сундучке пороюсь. Ограбили бедную женщину. Так, ну и вот. Там по полетам что-то было. Вот. Отправьте к доске поле призывателя. Для игры в поле призывателя. Ладно. Это вообще черти где. Хитроумные ключи тоже это по всему замку бегать. Раздобудьте ядовитую тентакулу, испытать ее в деле. Мандрагору. Нифига себе. Тут так много-то всего. К Персивалю тогда пойдем. Сейчас вот это посмотрю. Если это рядом, то зайдем. Если нет, а мы тут прямо. Возле него. Заглянем тогда. Вот ходит, ждет. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Ronan's little lesson in charms class, Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? No way. I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Акио. Прокатить надо? Через эти? Угораешь, что ли? Так. Акио. Стой, не падай! Они еще и какие-то чугунные, резиновые. Didn't think you were a match for me. Ах, ты хитрец. Подтянул, да. Ну, конечно, он сейчас выиграет. Ладно, ладно. Nothing to it. У меня еще два есть. Блин, а как я его про... Вот так можно дать? Ну, хоть сколько-то я должна выиграть сегодня. Зеленую. Ах, я. У него что, ни один шар не упал? All in the wrist. Я, по-моему, один упал. Три. Так, как тебя подтянуть-то? Ну, мне не выиграть, у него 100. Акио. Стой! That was one for the ages. Wait, did I hit? I won. Ну, ты победил. Ну, у меня 70. Если бы у меня тот не отлетел, может быть, у меня была бы победа. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Да, попробую. I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Давай. На деньги мы с тобой играть не будем. Summoner's Court. The ever-changing game. Как он умеет вот так остановить? Я что-то... Когда надо перестать использовать заклинание? Так, это не тот. Вот этот. О, нет, 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 нет. Ну ладно. Ну хоть не выпал. 20 тоже нормально. Nothing to it. У него полтинник уже. А можно я твой вытолкну? А, не-не-не-не-не. Это сколько у меня? 40? А, у него тоже отлетел. У меня последний. Ну, у него 500. Lucky shot. Повезло. А у меня 80. Уже получше.
We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Да, я буду играть с тобой. I'm game for another round. До победы. Grand. You could use the practice. Так, ну давай, раз ты победил. Summoner's Court. The ever-changing game. Я должна победить. Я боюсь долго сильно тянуть, чтобы он не свалился. Тридцатку выбил. Вытолкни его! А ему уже защита. Шестьдесят у него. Try to beat that. Ну хорошо. Давай попробуем. Ой, отскочил! У меня был бы полтос! У него тоже отскочил. Ха-ха. Но у него опять сотня. Остановись! У меня тоже сотня. That was one for the ages. Was what? Tie game. At least you didn't beat me. Мы сравнялись. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Да, я должна победить тебя. I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Summoner's Court. The ever-changing game. Давай. Акио. Тридцать. Nothing to it. Ну, не так уж прям расплюнуть, но можно победить. Акио. Полтинник. Да! У меня 50 было. Он прям на последнем издыхании упал. Но я его тогда сейчас, конечно, не выиграю. У него уже 50, мне не набрать столько. Два полтинника. Пэу! И этот упал. Нифига. Missed the mark a bit on that one. Да, в этот раз все по нулям. Но нам нужна победа. 70, он тоже хуже сыграл. Ну и чё, как ты тут мне все перезагородил, и как я должна его тащить? Может, сюда? Ну, хоть что-то. Хоть не в сухую. We should have bet a few galleons on that round. Давай еще раз. Да. I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Summoner's Court. The ever-changing game. Ну давай. Эх. Ну 30, это хорошо. All in the wrist. Да. Акио. Отскочил, но у меня тоже тридцатка. I'll let you have that one. Акио. Что-то они у нас отскакивают и отскакивают. Угу. Попробовать протащить его тут. Остановись на полтиннике, давай! Lucky shot. Акио. 30, блин. А вы чё тут такой кучей-то все собрались? Try to beat that. Ко мне не перебить. А как у тебя 100-то? Блин, реально. Только мне не вытащить сюда до полтинника. Тут все отскачет. А-а.
Очень неудобно вы тут все поставили, конечно. Но мне только в их кучу пробиваться. О! Нифига себе, ударчик. Didn't think you were a match for me. Он упал. Но вообще-то упал, по-моему, другой шар, а мой остановился на 30. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Да. I'm game for another round. Я должна round. Тебя победить. You could use the practice. Ты жульничаешь. Summoner's Court. The ever-changing game. Акия. Отскочит. Угу. Ты опять всех кучу собираешь. Акия. Давай, остановись, только не падай. А, у меня 30. Not bad. Not bad. Акия. Не каркать мне под руку, no bad, no bad. Ты опять кучкуешь их. Ты мне вредишь, что ли? Nothing to... Эй! Жулик. Нет, вот этот. Нет, было на тридцатке, он отскочил на 20. Okay. Ну этот сейчас 5 выиграет. Да, у него 30. А мне не протащить сейчас его через этих. Ну, жульё. На. I'll let you have that one. А у меня 90. Блин, а я смогу тебя победить сегодня или нет? We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Вот такая серия, ребята. I'm game for another round. Grand. Я не думал, что это так сложно. Камни падают, отскакивают, счет сбивается. Summoner's Court. The ever-changing game. Okay. Давай. Он все время все в один угол делает. Сейчас я вот этот протащу. Ну-ка, отойди оттуда. Ты опять меня забьешь тут все. Так, чуть-чуть сюда. Акио! Перекатись! Эх, lucky shot. Акио! Try to beat that. Ну как это 40? То есть если ты свой второй шар подбил на еще большую территорию, то это тоже засчитывается, что ли, как плюсом? Я не поняла. Откуда у тебя 40? Акия. На ко мне. 2 полтинника. That was one for the ages. Акия. 70! О! Я поняла, как ты жульничал. Nothing to так. Ну у тебя 90. Я уже выиграла тебя. Хе-хе-хе. Так, хорошо, попробуем подтянуть на 30. Получил? Not bad. Not bad. Well done. You beat me. Наконец-то. Не прошла и вся ночь. Bit of good luck, that's all. Не-не-не. Не расстраивайся. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Продолжай тренироваться. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. У меня считается это завершенным. Да, 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 да. Это только первый матч, как я поняла. Будут и еще. Заглянем-ка. Да. Убрался. Ну все, это, короче, такое.
Это чтобы выучить задание. Не хочу пока ими заниматься. Мне нужно вот это. Вот это. Ушел, обиделся. А чё, где оно? Фиг-то где у меня на карте? Да, опять началось. Так, а чё он где? На карте мира, что ли? Где там меня ждет? О, реально. Ну, тогда отсюда пролетим, да? А мы тут были, да? Да, видимо. Ну да. Баночки, скляночки. Туда заходили, да? Уж поджечь? Инсендио! Так, что там? Опа. Всякие пиявочки прикольные. Нырять тут негде? Вроде нет. Пиявочный сок. Ладно, погнали. Шалени всех перепугаем. Вот ночью на самом деле жутковато в запретном лесу. Ревелио. Ух ты ж, ё-моё, сколько всего. А это чё? А, это эти. А это там кто? Там что-то синенькое. А чё, бандиты? Да. Ну чё, пацаны? Браконьерствуем. Не то! Ух ты, какой ты умный! Ух, там еще огненный. Жестко! Confringo. Не надо. It's shameful what you've done to helpless beasts. I know what that means. Merlin trial. Погоди-ка, погоди-ка, Мерлин. А это не там, где мы тележки вывозили? Нет, не то место. Нет. Что-то прямо очень знакомое. Ты еще кто-то остался? Ревелио. А где? А это что? Что это такое? Акио. Левиосо. Что это такое? Оно подсвечивается. Может поджечь? Инсендио. Пошли, называется, к профессору. А, камни зажглись. Ревелио. Так. Так. А это что, разбить? Да? Confringo. Нет, это... Что, блин, как это разбивается? Может, это... А, нет. Так, что у нас есть? Экспериалмас.
Что еще? Репар. Короче, я не знаю, как тебя разбивать. Подожглись вот эти. Ну. Confringo. А не знаю, что с этим делать. Может, заморозить? Ничего не понятно. У нас другое было задание. В прошлый раз. А тут что? Да, какие протега? Внизу стоят. Чего там? Они между собой что ли? Ух, там народу! Не пойдем. Там что-то какие-то свои разборки. Я лучше это. Я сваливаю. Никого нет. Abandoned long ago, no doubt. Я что-то заблудилась. Подожди, Сэмми. Не подвисай, когда летаем-то. Отслеживать задание. Открыть журнал заданий. Что там такое? Опять какое-то задание. А, она мне еще подкинула. Практикуйте возле гряд скал, возле башни Кимберли. Так, ладно. Я к фигу вообще-то лечу. Все. Тихо. Off on another adventure, так. Are we? Это мое. Ждать. Over here. Чё ты как партизан-то тут? We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Погоди. А оно у меня где? Подожди, зелье невидимости. На второй. Не то. Да. Если подкрасться к кругу незаметно, вы можете наложить на него Петрификус Тоталус. При этом слабые враги окончательно выводятся из строя, в то время как более сильные получают значительный урон. А мы же его не знаем или знаем? Подожди, у нас есть Петрификус Тоталус? Разве? Так, это что? Это Вингардиум Левиоса. Подтягивание. Ой, это трансфигурация. Угу. Так, оккульта Таус. У нас нет такого. Депульса тоже нет. Десцендо. Или Пендо. Докати. Ну нет уже. Дефиндо. Бомбарда. Это контроль. Клациус, но у меня нет такого заклинания. Где?
Ванеска. А может быть, это будет что-то типа... Подожди, 18 уровень. Типа он сам это применит, сейчас посмотрим. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. А, ну да. Типа это... Well done. Угу. Само по себе разумеется. Так, мне надо переключиться на бой. Расследуйте, но нас не должны заметить. Ну, на всякий случай. Ревелио. Пойдем. Их тут дофига. Воин. Так, я его вынесу. А, but if you don't fill up so much, you can... It must be Petrificus Totalus. Так. Я мастер стелса. Вообще-то я бы их так, наверное, раскидала. Но дольше возни. Еще где-то пятеро, что ли. А вот там они вдвоем. А они тут все по двое. Рамрок сказал так. И что делать? Ну, сейчас. Они вместе стоят. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. Давай я левого, ты правого. Ну, что-нибудь помоги мне. Not quiet enough. Protector, someone thinks they can outlast me! Что, те взгоношились? Нет? Не взгоношились. Ага, ну их тоже двое. Ревелио. Нет больше никого. Ну, профессор мне вообще не помогает. Бедняга даже не понял, что происходит. Так, где вы, профессор? Нам, наверное, вот тут нужно что-нибудь почитать. Ага. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Обыщи башню и все вокруг. Ищи что-то, что связано с именами. Если найдешь, возможно, мы наконец получим ключ, достойным будущим для своих гоблинов. А что еще? Ревелио. Да уж, нет никого, может снять его, хотя бы что-то там происходит. Ох ты! Нифига себе! Козёл! Эхо! Летаем! Бей его! Не надо. Летает. Спасибо, профессор. Инсендио. Он экспектовали. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Обыщите башню. Подождите, профессор, куда удрапал-то? Улетел. У меня таланты открылись. Так, заклинание зайдем. Что это у нас?
требуем рум. Так, владение конфрингу. Вот им он фигачит, да? Буду. Ну, давай. Ага. Ревелио. Что-то где-то видела. Сундучок. Нифига они внезапно нарисовались. У них, может быть, здесь стояли какие-то предупредительные чары. Типа от нападения. It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Ну, конечно, не случайно. Ну, нет, тут нифига. Но заглянуть стоило. Так, здесь мы были. Там у них что? Ревелио. Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. Looks like we found the entrance. It's locked. Алла Хамура, ну вот ты же умеешь, научи меня. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. О, наконец-то. Ревелио. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. А чё, не Мерлин? Какой-то шарф опять. Бабки. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Ни о чем говорит, не говорит. Ревелио. Не в этом углу трешь, там блин, грязище. Так. Мы тут неплохо обогатились. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Бедные метлы. Сколько лет они уже тут метут? Так. Welcome to Sanbakar's Tower. Мне с тобой поговорить. Так, тут Персиваль трется сейчас. Пройдите испытание Мерлина, чтобы повысить вместимость ячеек. Или продайте. А что там, деньги или что там? Замок уровня 3. Так. Ячейки чего? Инвентаря заполнил? Что-то на... Язык топиройки. А, да, я за кадром мычканула тут топиройку. Это мы уже все читали. Так. Дуэльные перчатки темных искусств. Фига себе. Круто, да? Это что у нас? 290. 60. Вот так вот. Так, еще что-то было. Шарф, по-моему. Да, чечи где-то мы нашли. Какой он смешной. Кот Базилио. Изменить, да, изменить. Нет, не так, а вот так. Не надо мне его в очках. И так. Шарфик какой-то, но он недоступен, 20 уровень. А еще есть какие-нибудь дешманские. А вот, например. Брать. И сюда заглянем. Что там такое? Ага, тоже недоступен. Нам нужен 20 уровень. Профессор меня вот еще не хочет учить.
А, там серебряные очки. Ну ладно. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrok's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Те двери мог бы я открыть. Чайку попью. Ну что хитро говорят, там в Хогвартсе потом научимся. Ревелио. Надо метлу остановить. Чук. Угу. Начните испытание Персиваля. Ой-ой-ой. Начнем, но мне серию надо закончить. Ну вот она такая, ребята, была под опиком. Ну, ничего. Мне все равно понравилось. Ну и прокачиваемся, это тоже хорошо. Благодарю вас за просмотр этой серии. Увидимся в продолжении, как всегда. Пока-пока.